управления, и вот в которой вы можете честно написать. А, стоп, правильно. Значит, вот сюда вы можете прислать фоточки со словами, ну что, я гениально вас сфотографировал, и тогда я говорю да или нет, и с меня книжка. А вот сюда вы пишете, я честно пересел, или я честно пересел. Ну, те, кто пересели, я про вас помню, что они пересели. А вот, и там я отправляю вам институцию компании, которую можно будет использовать в своих целях, я даю официальное это разрешение. И под конец, те из вас, кто вдруг еще не видел этого шедевра, наш гениальный администратор килобайтов и звука сейчас включит такой запупенистый мультик, что вы все поймете, что такое настоящий комитет. Да, внимание на экран. Главное, чтобы все пошло правильно. Да. Кто не видел, наслаждайтесь. Перед вами коллектив на льдине. Довольно флегматичный коллектив, так сказать. Но все очень доверяют тому, кто сказал, ребята, опасность. За Анна здесь такая вот себя отправляет фотографию, да? Дорогие друзья, прервемся, потому что у нас там остывает пешпешмаки, кофе, чай, поэтому нужно сделать маленькую паузу, и когда я вас приглашу, мы начнем следующую часть сегодняшней конференции. Опять такое ощущение, что я разговариваю сам с собой, если вы меня слышите, хотя бы скажите, что да, я вас. Пойдемте, пожалуйста.